Привет, дорогие друзья. Вот уже подготовили автомобиль. Сейчас будет покрасочка, так называемая. Сначала я буду наносить краску немножко густоватой она будет. Потом буду, чтобы закрыть зону ремонта, да, грунт. Потом буду уже переходить на более, немножко разбавлю, чтобы капли все разбросать. И тем самым не было видно перехода по краске. Ну а потом, естественно, мы все это залачим АПП-шным лаком с добавлением немножко ускорителя, так как нам сегодня нужно ее уже отдать. То бишь сейчас у нас утро, ну 9 часов утра, да? Сейчас я быстренько ее выкрашу, это все. И думаю, часов к 5 мы его уже отдадим. То есть подрежем переходы, где плавные. То есть лаком я буду не встык сюда заваливать, а вот так, как бы где-то здесь переход плавный. Все остальное сполируется. Тут еще заматованная часть 1500-ной бумагой. Так, здесь у нас по бамперу выявил здесь косячок, поэтому я решил сделать переход на этом месте. За этот косяк вопросов не было особо. Ну, я не буду оставлять его, поэтому я решил сделать так. Уже убрать его, да, грубо говоря. Тут тоже, естественно, переход будем делать не встык сюда, не жестко вот так, а именно вот здесь переход. Сюда на пыл лака уже идет, да. И все остальное перемотовано 1500-кой где-то вот так. И это все сполируется без проблем, то есть. Ну, как-то вот так. Теперь липкой салфеткой сейчас все пробегусь, так как оно уже обезжирено. И начинаю потихоньку укрывать грунт оригинальной краской. Погнали. Салфетка, она как бы липкая немножко. Она собирает пыль, ворсу всякую там. И тем самым она убирает, как бы сказать вам, машина не так электризуется, да, будем говорить, на этом этапе. И еще, ребята, вот здесь мы можем наблюдать, есть небольшие сколы, ну, есть такие, да, моменты, вот здесь вот. Так вот, за них речи не было. И разговор был какой? Напылять аккуратненько, так как колористы наши, ребята, не сильно качественно делают работу. Ну как, ну делают, но как бы хотелось бы лучше, да? Поэтому переход будем делать так, чтобы здесь осталась заводская краска. То есть поэтому мы не убираем вот эти вещи. Это все обговорили мы с хозяином. Вот. Также и здесь это остается все. Вот видите, вот есть, да, косяк такой небольшой. Вот мы его не убираем. Вот, потому что здесь остается краска та, что была на самом автомобиле. И после каждого напыла краски желательно, ну, вот этой салфеточкой убирать опыл. Это не только когда, ну, даже если вы работаете в покрасочной камере, тоже желательно убирать. А за гаражную покраску так это вообще не обсуждается. Потому что пыль так быстро не уходит, да, как хотелось бы. И какие-то частицы садятся, зерно оно уже не так лежит, выворачивается. Потому что оно сухарем ложится туман. И на этой почве может быть небольшие косяки, будем так говорить. Так, ну что, я наношу первый слой, легенький, на пыльный.
Ну, как-то вот так. Даже это сильно я так дал. Вот. И теперь потихоньку, я думаю, слоя за 3-4 мы его укроем, будет все гуд. Итак, базу укрыли. Сейчас наносим полтора слоя лака. У нас лак АПП-шный. ХС. Как и говорил, под скотч сильно не лезем. Чтобы было что сполировать. Ну, в общем, будет все нормально. Так, ну что, погнали. Первый слой... Припыльный, но в то же время не сильно сухарь, как бы чтоб был. Полумокрый, будем так говорить. Уже второй слой, так как на отлип уже отлично. Ну что, друзья, посмотрим на результат проделанной работы с Hyundai этим. Итак, что мы имеем? По цвету у нас все отлично. Все хорошо по цвету. Здесь осталась родная краска. Тут я напылом так давал его. Переход по... порожку. Ну, а мы, получается, вот этот гравитек сюда не вылазили. Так, по кантику у нас кантик идет отлично. Не так, как на той стороне, где люди не довели, да? Тут осталась родная краска сверху. Все это родное. Вот.
Ну, по бамперу поддували, понятное дело, есть моменты. Но все вышло на высшем уровне. Так, это у нас полиролька немножко. Отлично. Уже в пыляке все. Колесо я помыл, потому что на него замывали крыло, там оно грязное было, я промыл, чтобы человек забрал свежую машину. Ну, собственно, вот так вот это все выглядит в реалии. Друзья, кому понравился ролик, не забываем поставить лайк и подписаться на мой канал. Всем пока и до новых встреч на моем канале.